Книга «Открытым оком», том 3, тема «Вера», вопрос 969, книга «Деяний», 12:8. «И сказал ему ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною». Почему сначала опояшься, а потом одень одежду? Пояс получается под одеждой? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Может быть, евангелист Лука записал слова ангела не в том порядке, как они были сказаны? Или ангел сказал в общих чертах, а не для того, чтобы именно в таком порядке Петр начал одеваться согласно инструкции от ангела? Можем даже предположить, что пояс был на нижней одежде, на рубашке, и после того, как он подпоясывался, надевалась, как и у нас, верхняя одежда.